Сейчас мы попробуем получить справку о нарушениях ПДД, разговаривая на чистом удмуртском языке. Дядя Бурейш, а мы нам кула справка, мам на куча направила, что нарушать ей кажется. Еще раз волон. Ну-ка, тогда мы нам юртуны. Нам не смогли помочь, к сожалению. Девушка сразу засмущалась, ничего не смогла мне ответить, отвела глаза, сделала вид, как будто бы меня вообще нет. Расскажите, были ли у вас случаи, когда приходили люди, которые не знают русского языка, а говорят только на удмуртском? Приходила бабушка татарской национальности, не умела разговаривать на русском языке, но какими-то вот отдельными фразами, какими-то отдельными словами кто-то одно слово понял, кто-то другое слово понял. То есть мы смогли ей оказать услугу. То есть я думаю, что и в других случаях точно так же разберемся. К сожалению, это есть такая проблема. Есть те, кто сами не разговаривают, это нарушение закона о государственных языках. Особенно в госучреждениях. МФЦ является таким учреждением. Мы обязаны предоставить услугу, и мы должны обязательно перевести. Конечно, необходимо, чтобы были специалисты во всех этих пунктах, которые работают с гражданами, где говорили на двух языках.